Сегодня мне хотелось посвятить время нашей встречи вере, традиции и, конечно, о нашей культуре. Я предложу вашему вниманию несколько замечательных выражений великих людей России, а также за пределами нашего Отечества, которые высказывались по вопросам веры, надежды и любви. Итак, начнем, конечно, с Александра Сергеевича Пушкина. Вот как он писал: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети, — писал Александр Сергеевич, — будут читать вместе со мною Библию в подлиннике. Библия всемирна». Александр Сергеевич Пушкин. Не можем не вспомнить его в стихах изложенную молитву «Отче наш». Вообще, откуда мы знаем эту молитву? В Евангелии, когда Иисус Христос, собрав вокруг себя своих учеников, которые интересовались вопросами веры, спросили у Христа: «А как же нам молиться? Научи нас, Учитель, научи нас правильно обращаться к Богу. Как к Нему обратиться, чтобы Он услышал?» И Христос дает простой совет: обращайтесь к Богу, как к Отцу. «Отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Эту молитву дал Иисус Христос ученикам своим. И все христиане, крещенные, и верующие, и неверующие иногда обращаются к этой молитве. И вот Александр Сергеевич Пушкин на эту молитву Иисуса Христа, прочитанную и, естественно, наизусть, неоднократно повторяемую, пишет стихотворение. Послушайте. «Я слышал в келье простой старик молитвою чудесной. Молился тихо предо мной Отец людей, Отец Небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле, насущный хлеб нам ниспошли Своею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец своих детей, не ввергни нас во искушение и от лукавого прельщения, избави нас». Так мог написать только Пушкин. И тем не менее, даже на смертном одре, будучи христианином, он исповедует свои жизненные грехи, которые, как у каждого человека, было много и у Пушкина. И он завещает словами: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю Дантесу и хочу умереть христианином». Вот завещание Пушкина было исполнено, и те, ну как бы, обязательства, которые давал сам Пушкин перед Богом, всем все простить, он успел при жизни. Этому великому русскому писателю Бог дал время на покаяние перед Господом, и он ушел, исповедав свои грехи. И батюшка, который исповедовал его, выйдя, сказал: «Как бы я себе хотел такой смерти, такой глубокой, искренней веры и раскаяния в своих грехах, которые принес к концу своих дней Александр». Он успел сказать: «Господи, прости меня за все». И он ушел в тот мир, причастившись святых христовых тайн. Давайте мы перевернем страничку и прочитаем буквально одно предложение, сказанное английским поэтом и драматургом Уильямом Шекспиром. «Я вручил мою душу в руки Бога, — писал он, — моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса Христа, моего Спасителя». Вы слышите, как
писали умные, просвещенные, очень образованные люди. Иоганн Вольфганг Гёте. Вот как он писал. «Евангелие отражает от себя сияние, исходящее от личности Христа. Если Бог когда-либо приходил на землю, то только в личности Иисуса Христа. Всякий, кто не верит в будущую жизнь, мертв и для этой». Процитируем Федора Михайловича Достоевского. «Уничтожьте, – писал он, – в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено». Вот эти слова: если Бога нет, то все позволено. Ни перед чем человек не остановится. А кто читал его замечательный роман «Братья Карамазовы», то там есть продолжение, то человек не только не остановится ни перед чем безнравственным, как сейчас мы видим, такое уже безнравственное, что уже даже смена пола в разных странах считается уже некой разновидностью брака. Больше того, уже склоняют к этому и детей. То есть мы даже сегодня не будем об этом говорить, потому что ничего в области нравственного не останется у человека, у которого Бога нет. Бери от жизни все, наслаждайся, ты один раз живешь. И поэтому с этими задачами, которые перед собой ставит безбожный человек, он приходит к такому краху, о чем Федор Михайлович в своих «Братьях Карамазовых» напишет, что он не остановится даже и перед самым страшным преступлением, это антропофагией, это людоедство. То есть, если в человеке Бога нет, то человек ни перед чем не остановится. Как замечательно сказал Достоевский, тогда ничего уже не будет безнравственного. Блуд, разврат, насилие, жестокость, все, что хочешь, тогда ничего не будет запрещено. Вся либеральная система навязывает этот взор и взгляд на жизнь. А что такое принцип либерализма? Не сметь ничего запрещать. Если он хочет, пусть, дайте ему, если он хочет. Вот такие так называемые свободы европейские насаждались, да и насаждаются сегодня и в нашем, к сожалению, обществе. Господи, что за книга это Священное Писание? Какое чудо и какая сила данные с нею человеку? И сколько тайн разрешенных и открытых? Гибель народу без Слова Божия, говорил Федор Михайлович. И действительно, как только народ соблазнился западной культурой, французским языком, французскими гувернантами, мы видим, когда революции все говорили по-французски, все любили Европу, в Европу ездили, ею заражались, ею отравлялись. Европа потихонечку через пробитое Петром еще окно входила так активно в обычную жизнь русских людей, что русского оставалось все меньше, все больше европейского, все больше такого в театрах, в произведениях, в культуре, в живописи, во всех областях общественной жизни проникала вот эта атеистическая, безбожная, материалистическая форма жизни. То есть только то, что я вижу, мне нужно то, чем я могу пользоваться, а все остальное как бы не имеет для меня значения, потому что это не для меня. Вот Европа живет как бы для себя, и этим духом Европы была заражена большая, особенно интеллигентная часть России. Вот почему Федор Михайлович и писал так, что гибель народу без Слова Божия. А знаете, что когда свершилась революция, и солдаты, которые учились как бы при храмах и в школах, ведь изучался закон Божий, который они уже не читали, уже происходило то, что почему и стало революцией, что холодно стали относиться к религиозным убеждениям. Уже вот этот дух отрицания вошел в русский народ, не в большинстве, но в элитах, которые влияли на людей. И вот потому-то, и говорит Федор Михайлович, горе народу, который перестанет читать Священное Писание, начнет читать различные книги, изучать разные языки, познавать всевозможные науки, но забудет о Боге, который сотворил весь этот мир, который в конце концов победил смерть, и всем верующим в Него подарил жизнь вечную, и Он снова придет,
если ты об этом забываешь, что какой ты христианин, какой ты верующий человек. Вот о чем напоминал Достоевский. А это и есть, напоминая человеку, напоминание через чтение Священного Евангелия. И если человек оставит его, то горе не только этому человеку и всему народу. И вот когда солдаты, воспитанные, казалось бы, вот в этих еще тогда дореволюционных школах, где еще была, ну, все-таки оставалась возможность религиозного убеждения, когда они пришли к власти и уже в один из храмов забежали и начали расстреливать иконы, стрелять из ружей, из маузеров по Богородице, по распятому на кресте Христу. Это что было? И когда они уже срывали драгоценный оклад с Евангелия, с этого Слова Божия, с Писания, один из священников, уже арестованных, спросил: «Что вы делаете? Разве вы не читали, что написано в этой книге?» И солдат смело и откровенно ответил: «Нет, мы не читали. Мы только приходили и обложку целовали на службе. А что в ней написано, мы уже не читали. Горе народу без слова евангельского. А нашему народу? Мы сегодня увлеклись искусственным интеллектом. Мы сегодня увлеклись гаджетами, там, компьютерами, мониторами, телевизорами. Мы читаем с вами Слово Божие. И вот теперь мы вправе ли осуждать молодое поколение, когда взрослое поколение выросло без этого, а яблочко от яблони далеко не падает. И поэтому мы всегда должны посмотреть на себя. А мы научили своих детей и внуков читать Слово Божие. Как учил Федор Михайлович Достоевский, его любимая молитва была: «Все упование мое на тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под покровом твоим». Вот с этими молитвенными словами он провожал своих детей ко сну. Он сам говорил о себе, что уже в 10 лет нам в кругу семьи отец читал все главные истории Священного Писания. Поэтому и вырастают из тех людей, которые даже, может быть, оступались, в том числе, как и Достоевский, которому понадобилось 4 года каторги, чтобы снова вернуться к этой книге, как есть замечательные слова у Пастернака: «И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». Представляете, вот человек не жил без веры, то есть, ну, была такая, знаете, смута, поверил вот этим новым оголтелым революционерам. Вот, мол, мы разрушим все, до конца на руинах построим новый мир, мы наш, мы новый мир без Бога построим. И сколько тысяч, миллионов людей поверило в строительство новой Вавилонской башни. И вот и он поверил, а потом, видите, открыл и не мог оторваться до утра. «Всю ночь читал я твой завет, Господи, и как от обморока ожил». Николай Васильевич Гоголь, русский прозаик, драматург, писал: «Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». И дополнял: «Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни. Это дверь Иисус Христос». Именно через веру в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, мы познаем мир веры. Потому что без Христа мы ничего не можем сотворить. Тем более обрести веру без распятого и победившего смерть Спасителя Христа, Бога нашего, Бога воплотившегося и подарившего нам вечную жизнь, мы не сможем обрести смысл жизни. Даже если у нас многое есть из приобретенного материального вокруг нас. Михаил Васильевич Ломоносов, русский ученый, естествоиспытатель. Как прекрасно говорил и тот, который изучал недра Земли, ну, как мы сегодня бы сказали, природа. Когда нас с вами убеждали, ну, у нас были нормальные здравомыслящие вопросы: ну, откуда же взялся этот мир? Ну вот кто создал этот прекрасный мир? И нам, помните, что говорили? Природа. Вот давайте теперь с высоты прожитых лет зададим себе вопрос. Природа — это что? Природа — это деревья, это птицы, это, ну скажем, одушевленные, неодушевленные, да? Весь животный мир одушевленный и неодушевленный. Это камни, горы, там полезные ископаемые и так далее. Природа. А теперь давайте еще конкретизируем вопрос. А какой из этих, одушевленный или неодушевленный мир, сотворил птицу? Дуб, клен, ива, нарцисс, роза, камень, гора, мышь,
крокодил, птицу кто сотворил? Какое из неодушевленных составляющих природы сотворило человека с его любовью, с его желаниями, с его стремлениями верить, надеяться, любить, терпеть, прощать? Кто из природы составляющей сотворил человека? И все. Кто-то нам говорил, наука доказала, что Бога нет. А давайте зададим вопрос, а какая наука доказала, что Бога нет? Назовите. Физика? Физики мы сейчас читаем. Химики? Да. Ломоносов доказал, что Бога нет? Он открыл нам недра Земли. Он дает нам мудрость до сегодняшнего дня, изучая его творение в высших учебных заведениях. Послушайте, что он говорил. Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию. Михаил Васильевич Ломоносов. Давайте обратимся к сильным мира сего. Ну, к Петру Первому, который был императором российским и написал такие слова. Кто не верует в Бога, тот либо сумасшедший, либо с природы безумный. Зрячий Творца по творениям познавать должен. Кто забывает Бога и заповеди Его не хранит, тот при всей своей работе не будет иметь успеха и мало пользы получит. Петр Первый. Представляете, что произошло в 1917 году, когда сказали, Бога нет и верить в Него не нужно. То есть все русское, все дореволюционное, все должно быть перечеркнуто, все до основания, а затем мы новый Вавилон построим. И он рухнул, и падение его было с шумом, и что осталось от него. Вот потому, возвращаясь к великим мыслителям, писателям, ученым, великим людям, мы можем сформировать свою точку зрения, к чему сегодня, в общем-то, и мы с вами призваны. Иметь свою точку зрения по многим вопросам, делая выводы из прочитанного, услышанного, из прожитого. Ганс Христиан Андерсен. Душа, которую Бог сотворил по своему образу, бессмертна и не может погибнуть. Наша жизнь на земле есть семя вечности. Тело умирает, но душа умереть не может. Вот какие простые, но очень важные слова мы с вами сегодня прочитали. Но так как мы начали с вами с поэзии, то ею и завершим. Федор Иванович Тютчев, русский поэт. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутою дверью. Пусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Вот такие стихи писали великие русские поэты. Ну и завершу я эти цитаты Аполлоном Николаевичем Майковым, еще одним русским поэтом, который говорил: «Не говори, что нет спасения, что ты в печали изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Нам действительно нужны какие-то такие особые обстоятельства, скорби, беды, болезни, чтобы мы наконец-то подняли глаза к небу и сказали: «Господи, прости нас, ведь мы просто Тебя не знали, а Ты ждал каждого из нас с любовью, и вот мы возвращаемся, пока еще есть
какое-то небольшое время нашей жизни. Ведь у каждого из нас за спиной уже гораздо больше лет, чем впереди. И вот стоит задуматься о том, о чем мы должны задуматься сегодня. О том, что жизнь наша не закончится смертью. Она только начнется тогда, когда мы перейдем за этот порог временной жизни в жизнь будущего века. Тело будет предано земле, но душа будет жить. А когда во второй раз придет Христос, и все услышавшие глас Сына Божия оживут, то пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Вот почему человеку, которому, ну, назовем 60+, уже надо постоянно ходить в храм, надо уже почитывать, если не вчитываться, то внимательно изучать Священное Писание и задавать себе вопрос, неужели вот это и все? Вот моя жизнь – это и все? Для чего пролетели годы моей юности? Вот скоро уже и предел, или как называют это, осень года, как и осень жизни. Надо благодарно принимать. Помните? Надо благодарно принимать. И вот мы входим с вами в период, когда не страшиться старости уже, там, обуться тяжело. Молодому человеку в магазин сходить и так, пальтишко накинул и побежал. А старому человеку это надо обуться, одеться, напотопать там, потихонечку дошканделять. Он уже даже не понимает, Господи, я же тоже такой же и такая же была. А вы не понимаете, как теперь все тяжелее. А ведь это только начало этих трудностей старости. И ее нужно встретить. Нельзя говорить, откуда ты взялась? Разве вы не знали, что вот по всем вашим родным и близким, которых мы уже провожали, что человек не молодеет? По закону термодинамики все истлевает от употребления. И что, нет, дайте мне вот какой-нибудь эликсир молодости. Вот я соберусь с теми, кто пляшет, как молодые. Говорят, да мы молодые. Забудем старость. Слушайте, вы сумасшедшие, не молодые. Ты вспомни, что очень скоро за тобой придут, а то, если в чем застану, говорит Господь, в том и сужу. Ты приготовил душу к вечности, ты исповедал грехи свои, ты замолил то, что ты наделала. Нет, я танцевала. Ах, ты пела. Это дело. А дальше уж вы все читали. Поэтому, понимаете, вся вот эта прочитанная классика, она заставляет человека думать. И не думать, что я буду есть, что пить, во что одеваться. Ибо этого всего ищут язычники. А вы ищите прежде Царствие Божие, говорится в Писании, Иисусом Христом. И все остальное приложится вам. Потому что какая награда человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Душа не дороже ли всего мира? Вот поэтому, в первую очередь, и я советую вам, позаботьтесь о спасении своей души, об очищении своей души, о том, чтобы обязательно пособороваться. Мы вообще живем в воюющей стране, мы даже не представляем, что завтра может начаться. Посмотрите, приграничные территории, они уже живут в подвалах, люди. Молодые и старые, а что нас оставит в покое весь озлобленный на Россию мир? А мы думаем, да нет, это все скоро пройдет, не пройдет, мы так и не покаялись, мы так и не возвратились к Богу. Есть такое у иеромонаха Романа замечательное тоже стихотворение. Без Бога нация толпа, объединенная пороком, или глуха, или слепа, или что того страшнее жестоко. И пусть на трон взойдет любой, глаголющий высоким слогом. Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу. Давайте мы все обратимся к Богу сердцем. Потому что Его не только наши нужны, знаете, хвалебные песни, наши свечки, которые мы ставим. Мы в храм ходим, свечки ставим. Богу принадлежат все светильники мира. Ему не свечки наши нужны. Бог сказал: сердце мне твое, чадо, отдай. Вот если ты отдашь Богу сердце, то есть ты полюбишь Его всем сердцем, всей душой своей, всем помышлением своим, вот тогда ты только начнешь исполнять главную заповедь.
и ты поймешь, что значит возлюбить ближнего своего, как самого себя. Ты не будешь осуждать, ты не будешь раздражаться, ты не будешь такой гневливый, тебе понадобится гораздо меньше антидепрессантов, потому что ты успокоишься. То есть ты встретишь старость с достоинством, как и смерть. К ней тоже нужно готовиться. Ну, рано или поздно. Ну, кто-нибудь из здесь сидящих минует этот час? Подождите. Ну, рано или поздно мы с вами тоже все уйдем. Запомните, я напоминаю тогда и сегодня напомню вам. Уже растут деревья, из которых нам с вами сделают гроб. Они уже растут. А кто говорит, ну, ой, только не об этом. Что вы, мы же только у нас танцы завтра там или послезавтра. У нас там кружок для другого. Уже они растут, а мы и не думаем об этом. Мы думаем о том, что оставим, и в грех нам вмениться, а не в том, что еще какие-то грехи свои раскаяться и принести покаяние. Вот какие мы, христиане. Какой мы пример для подрастающего поколения. Они смотрят на нас и смеются, говорят, мы еще не такие будем. Так что, дорогие мои, оставшееся время, сколько кому из вас осталось? Ведь сколько уже сидело в этом зале, а уже не пришли. Для кого-то этот раз, может, последний. Причем для любого, в том числе и для меня. А мы думаем, нет, нет, не напоминайте. Мои казаки после службы сели, и даже атаман наш, командир полусотни, вот казакам сказал, ну-ка давайте, вот сейчас каждый скажет, что бы ты сделал, если бы точно знал, что у тебя осталось последних 3 дня жизни. Ну-ка скажи. И то, ого, какой вопрос. Ну вот осталось тебе, Бог сказал, 3 дня у тебя, что бы ты сделал? И каждый, причем говорит сразу, вот такие вопросы в светском безбожном обществе вызовут только одно раздражение. Такие взмахи руками, ну что, вы не напоминайте мне о том, что меня обязательно ждет, что я обязательно не миную. Но я настолько закрыла глаза, знаете, погрузила голову в песок, как страус, что не собираюсь даже слушать вот этот ужас. Да это самое спасительное. Исаак Сирин говорит, кого он назову разумным и мудрым, как не того, кто знает, что есть предел его земной жизни. Помни последнее своя, и вовек не согрешишь, говорит Священное Писание. Если ты помнишь, что жизнь твоя может оборваться в любую минуту, и ты будешь готов к этому переходу, потому что должен однажды человеку умереть, а потом, как сказано в Библии, а потом суд. Умираешь, и Бог праведный судья. И самое страшное для живых, которые переходят вот в таком нерадении, знаете, что будет? Вот вам пророчество на основании Священного Писания. Когда такой человек предстанет, и танцевала, и веселилась, и была душой компании, и вообще вся такая, раз такая. А Христос посмотрит и скажет, отойдите от меня, я не знаю вас. Как? Да я ж вот ходила на лекции. Ну, слушайте, слушала. Я вам выводил самого грешного батюшку. А вы? А мы его слушали. А потом? Ну, вы ушли, как соловья, послушали. Вышли-ка после концерта и пошли жить, как жили. А для чего он перед вами, оставляя все, вот это рассказывал? Чтобы ты приготовилась к этому часу встречи со мной, а ты? А я подумала, надо бы поисповедаться, да, да, надо бы покаяться, надо бы исправить свою жизнь, пока я ж уже понимаю, что уже не так много-то и осталось. И что? И не успела. По Достоевскому ад-поздно. Знаете, как переводится ад? Поздно. Ты не успел. Хотела, да. Хотела, вот знаете, доброе дело сделать, но не успела. Вменяется в доброе дело? Нет. Нету покаяния, если хотела и не сделала. Поэтому поспешите в храмы Божьи, пока еще батюшки есть. Посмотрите, он сейчас на Украине. Уже поспешили бы, да уже нету. Уже не только арестовывают, убивают священников. Мы что, застрахованы от такого сценария? Никто ни от чего не застрахован, особенно сегодня. Поэтому Спаситель говорит, покайтесь, ибо и к вам приблизилось Царствие Божие. Поэтому после этой беседы я просто всех вас призываю. В ближайшее воскресенье придите в храмы Божии, выпишите свои грехи, где лучше здесь. Смотрите, не стоит нисколько, но успейте это сделать, потому что не успеете, будет поздно, а там-ад.
А когда ты тут успеешь, то уже после этого покаяния, ну, просто не возвращайся к тому, что ты сказала, Господи, прости. Знаете, как виноватый внук или внучка, бабушка, прости, ну что там, я вот разбила твою любимую чашку. Другой дед скажет, я разбиваю твою чашку, и мне это нравится. Нет, я так не принимаю твоего извинения. Ну, бабушка, ну прости, я больше, я больше так, внученька, вот это слово скажи мне, я больше так не буду, вот, прощаю. То есть должен услышать, что я не просто сейчас возьму и другую, у меня еще одна осталась там от мужа, да, или там от мамы моей. Ты вот эту разбила там от папы, еще пойдешь мамину разобьешь. Вот я хочу услышать, что ты ошиблась, но ты покаялась и сказала, что будешь в следующий раз внимательнее. Вот что хочет Бог как отец. Помните, Бог и говорит обращаться к нему как к отцу. Отец, ты меня любишь, ты все простишь, но я должен подойти и сказать, Господи, я вот такая была, такой-сякой, и ой, Господи, как ты на меня смотришь, как я еще по земле хожу. Прости меня, Господи, прости меня, кающегося, как блудницу ты простил, как разбойника на кресте ты простил. Тот, который успел сказать, Господи, помяни меня, когда ты придешь во царствие твоим. И ты простил его. И таких грешников ты пришел, как я, спасать, а не губить. Вот нет такого греха, чтобы не простил Бог, кроме греха нераскаянного. Запомнили? Вот какое таинство Бог приготовил. Только сердце нужно, раскаявшееся и желающее исправиться. А дальше живите, сколько Бог дал. Встречайся с друзьями, заботься о ближних, люби ближнего, как самого себя. И во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Вот на этом мне бы и хотелось завершить и пожелать вам словами Иисуса Христа. Покайтесь, ибо и к вам приблизилось Царствие Божие, так сказал Иисус Христос. Помоги нам, Господи, спастись и в разум истины прийти.